Здравствуйте, Дарья. Вас беспокоит Дергачева Наталья Леонтьевна, методист Дворца детского творчества по научной работе. Мне интересно, откуда вы взялись, такой добрый ангел наших бойцов, что вы устроили в блокноте «Таганрог» свалку просто вокруг темы «Турик Людмилы Андреевны». Как вам не стыдно? Вы кто такая вообще? На вас суд подать? Что вы себе позволяете? Вы что там уже за рейтинг устроили? Директору ДДТ пора на пенсию. Да, нет, вы что голосуете? Вы кто такая? Сколько вам лет вообще, девочка? В общем, я буду выяснять через прокуратуру, устанавливать вашу личность. И вы ответите за все, что вы тут устраиваете в вашем блокноте. Что это экстремистская газета. Ее закроют. А вы будете иноагентом. Вы понимаете? У вас будут очень серьезные неприятности. Если вы будете дальше продолжать в этом же русле двигаться, поддерживать, я не знаю, кого вы там поддерживаете, местных депутатов, начальника управления образования, кого вы поддерживаете? Это заказная статья? Так мы закажем статьи на ваших руководителей. Понимаете? Вы что творите вообще? Вы кто такая? Вы экстремист, девушка. Вы просто экстремист, иноагент. И я это просто так не оставлю. Понимаете? Я буду на вас жаловаться в соответствующих инстанциях. Если вы тут на свалку устраиваете в средствах массовой информации, вы думаете, общественное мнение вы тут какое-то формируете, так вы формировать его будете за решеткой. Вы понимаете, о чем я говорю? Соплячка.